Всем привет! Вы на канале Лиза и Пушистики. Скоро Новый год, все начинают покупать новогодние украшения. Посмотрите, какими новогодними игрушками я припаслась. Но это я покупала не в магазине. Мы с классом ездили на экскурсию, знаете куда? На настоящую сказочную фабрику новогодних игрушек. И сейчас я вам хочу показать маленький репортаж с этой замечательной поездки. Поставьте лайк. Поставьте. Вот такого цвета до 1000 градусов. С 1200 градусов оно становится розовым. А до этого, так что даже если вы уделю такое стекло, ручками никто ничего не берет. И близко к горелкам не подходим, особенно девочки с распущенными волосиками. А сейчас мы вас приглашаем к стеклодумам, проходите потом. Do-d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 o
Еще маленькое объявление. Теперь блог приветов на моем канале будет выходить по средам. Так что следующую среду ждите приветиков от меня. Если кто-то хочет услышать приветик от меня, пишите в комментариях. Надеюсь, вам понравилось мое видео. До скорых встреч. Пока-пока.